Он думал, что спас беспородного щенка с улицы, но когда она подросла, вау! Многим людям очень важно, чтобы их пес был невероятно породистым и самых чистых кровей. А есть те, которые готовы любить даже самую обыкновенную дворняжку, просто за ее невероятно добрые и преданные глаза. Ведь любовь к своему хозяину определяется не породой. Наш герой узнал, что на улице живет маленький беспородный щенок. Парень, увидев фотографию малыша, тут же влюбился в этот пушистый комок и помчался спасать его. Он привез щенка домой и назвал ее Фиби. Она росла, и с каждым днем ее красота расцветала. Парень стал замечать, что его щенок становится похожей на хаски, но точно он не мог быть уверен. Но Фиби взрослела, и все больше и больше росла ее шерсть. Она была просто великолепно красивой собакой. Когда Фиби еще подросла, они отправились к ветеринарам, чтобы выяснить, к какой породе принадлежит Фиби. Оказалось, что она метис лабрадора и хаски. Вы только полюбуйтесь этой красоткой. Это очень увлекательно наблюдать за ее взрослением. Она метис, и никто не знает, какой она станет, когда полностью вырастет. Ясно только одно – Фиби – невероятная красотка. Вот так наш герой спас самого обычного щенка с улицы, а в награду получил очень необычную и прекрасную собаку Фиби. А вот как еще может выглядеть помесь хаски и ретривера. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.